последние пляски и песни святочные, а потом начало свадеб зимнего периода. Угу. То есть вот сейчас, как свадьбы, это самое, будет такое, вот сейчас, самое благословенное время для свадеб. Наступать. Вот крещение сегодня, потом второй день крещения, третий. И сразу начинаются свадьбы, венчания. То есть вот то сейчас, это вот самое... Да, пост закончился, и до Великого Поста. Это очень интересный период. Точно так же, как и после Пасхи. Там, ну, там свои традиции. То есть те, кто запланировал свадьбу, они практически правильно все сделали. Все правильно сделали. Это будет самое благословенное. Совершенно верно.